расскажу про бескамерку с небескамерной покрышкой на небескамерном ободе. Ширина обода 25 миллиметров, лента 23 миллиметра китайская за 250 с Алиэкспресса. Ниппели там по сколько они там, я не помню, по 30 рублей пара, вот такие авто шредеры. Короче, в общем, я вот как это выглядит, вот латку я ставил, дырка была ебучая. Герметик вылетал. Вот все засохло, в общем, вот это вот остаток, оно еще на ощупь такое резиновенькое. На нем даже отпечатки остаются. Блески засыпал. Уйди, не трогай. Вот. Ну, в общем, короче, что хочу посмотреть. Сам еще не взвешивал. Покрышка весила 500 там с копейками, 30 что ли грамм, или 560, 550. Это, короче, Kenda Small Block 60 TPI, фолдинговая, то есть кевлар, что-то складная. Сейчас мы ее взвесим. Ну, сколько, насколько нам тяжелее стал. По поводу того, что там внутри происходит в этом, вот оно там, в этой херне, в ленте. Ну, короче, качал я, как я делал, герметик, когда я заливаю, качаю 4 атмосферы, чтобы присело все жестко, хорошо. И вот, вот такие вот дела. Ну, залипло, залипло. Вот я ее выворачиваю, чтобы она села сразу без проблем на компрессоре, на шиномонтажке. Выворачиваю, она у меня сутки повисит. Я прихожу, заворачиваю обратно. И сразу она вщелкивается с первого. Ну, выкручиваю золотник. И, короче, вот тут две заливки герметика было. Короче, получается, 100 я заливал. Один раз 100 заливал. Второй раз заливал тоже 100. Ну, я всегда 100 заливаю. И хочу водой в этот раз накачать, водой попробовать туда тепленькую водичку подлить. Посмотрим, что будет. Блески были зеленые, бля, вся краска куда-то хуй его знает. Тут сюда, наверное, вся ушла. Они стали все золотые. Ну, выглядит забавно. Сейчас посмотрим, что с весом происходит в таком случае. Так. 550, что ли, грамм? Ну, примерно, будем так ориентироваться. Да, с весом происходит. 50 грамм сверху накинуто. Вот это 50 грамм вот этих камней. Ну, они, короче... такие прорезиненные. Тут даже где-то есть место, сейчас покажу. С подтеками. Где оно, блядь, только хуй его знает. Найти бы его еще. Вот еще одна латка. Это я вообще на стекло наехал. Там прям конкретный порез. А место это с подтеками, я еще и хер найду. Так. Ну это, короче, тут еще и разный герметик. Первый был белый, просто он, когда засыхает, он белый становится. А второй был вот, вот он вот такого цвета становится, сине-зеленый. Он получше намного. Белый этот какой-то более водянистый. Герметики не на латексной основе сюда заливаю. Поэтому буду водой разливать на водяной основе. Думаю, получится. Ладно, хуй с ними, с этими потеками. Короче, вот такие дела.